Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И у нас закончился турнир. Ну, как я уже говорил, ребята, буста не будет, потому что в данный момент на моих часах половина одиннадцатого, естественно, вечера. Ночь, можно даже сказать. Слушай, подожди-ка, а у нас платиновые осколки. Ну-ка. Ядрен Матрен, ты посмотри. Ты глянь-ка, я и совсем забыл, что у нас сегодня подъем по рангу идет. Ёк-макарёк. Так, Рэй, напряги мозги и вспомни, что от тебя просили подписчики. Кого прокачать, блин? Что-то помню, Леонардо вроде бы кто-то какого-то просил прокачать. И Рафаэля, то ли ролевого... Нет, ролевой у нас уже прокачанный. Такс. Леонардо, неужели вот этого классического просили? Ну, явно не Леонардо Космос. А может быть, нет, не фильм. Точно не фильм, ребята. Оригинал тоже вряд ли. В общем, на самом деле, мне нужен, ребята, такой персонаж, у которого есть массовые атаки. А массовые атаки есть дофига у кого, да? Получается, у нас, может быть, Леонардо ролевого просили прокачать? Ой, я не помню, ребята. Хоть убей, если честно, сейчас даже не скажу. Я помню, что... Звучал Леонардо и звучал, по-моему, какой-то Микеланджело. Но какой именно, я не вспомню. Ладно, давайте я на свой страх и риск сделаю повышение. Как говорится, попробуем пальцем... Нет, пальцем в небо не хочется. Ну давай Леонардо ролевого. Да? У него есть массовая атака, у него есть провока... Да, давай возьмем. Так, мне хватает, хватает. Чего? Да, друзья мои, Леонардо ролевой у нас получает платиновый ранг. То есть выходит в топчик. Фух. Так, ну что, давай быстренько пробежимся по серии испытаний. Подожди, нафиг нам сейчас серия испытаний? Давай-ка мы с тобой, блин, сделаем турнирную арену. Хотя я прекрасно понимаю, что время уже упущено. Но, тем не менее, да, можно, ребят, что-нибудь, как говорится, выжать из этого уже потерянного, как говорится, боя. Поехали. До 11 часов, я думаю, как раз успеем уложиться. Хотелось бы еще, конечно, войти в Драконы Всадники Олуха, поиграть маленечко. Но события нету, но я хотел набить паки. Кстати, а почему я забыл АЦЦ-шечку бросить? Господи, я не забыл бросить, я забыл выпить. Она уже тут закислилась вся. Так, ребят, хлебну немножко. Какая же вкусная эта АЦЦ-шка после капучино-то. Это вообще просто балдеж. Так, ну что, ребята, 11-12 берем и двигаемся дальше. Сегодня имел неосторожность перед работой с утра пролить духи на кровать. В комнате невозможно сидеть, ребята. Просто вся квартира пропахла этими духами. Ё-моё. Так что... Никогда, ребята, не открывайте духи и не смотрите содержимое ее. Есть флакончик, пускай будет. Нафиг я вот начал ее открывать, блин, не понимаю. Я, короче, начал открывать, и она у меня с рук выскользнула. И на кровать бульк. Ну и практически все содержимое вылилось. А это, о-хо-хо, это, ребята, очень много. Тем более духи, они очень концентрированные. И такой запашина стоит. Понимаешь, когда ты немножечко на тело пшикнешь духов, да? А другое дело, когда у тебя просто лужа из духов. В общем, не выветривается. Я уходил на работу, открывал окно. Прошло более 12 часов. Я пришел, хоть бы на йоту, ребята, запах бы уменьшился. Нифига. Так, ну ладно, 68 ранг. Ой, ранг, 68 место. А Лига воинов у нас по рангу. Я хочу вот получить... Во! 12-13 у нас есть. И я смотрю, противнички 25-го... 23-го, 24-го ранга. То есть, ну, сосунки. Ей-богу, сосунки, поэтому сейчас будем их тут чикрыжить. Так, давай-ка флакончик бросим. Думаю, они упадут. Угу. Все так, ребята, и получилось. Так, а мы с тобой уже в элиточке находимся. Позиция у нас 84-я.
Фиговенькая позиция, блин. На своем коротком, ребята, выходном я опять же, наверное, не смогу поиграть, потому что у меня будет комиссия. Мне нужно проходить, ну, сами понимаете, ежегодная медицинская комиссия, ну, на работу. Профпригодность. Ну, если успеем, как бы, быстренько все это сделать, то успеем поиграть. Если нет, то вряд ли. Так, ладно. Давай двигаться дальше. 21-я позиция и 12-14 даже есть у нас тут. Ага, раз, два, три, четыре. Погнали. Сейчас мы тут разберемся. Что мы тут будем делать? Как мы будем делать? Давай, наверное, вот так вот. Плюс. Давай, шарики. Можно было, конечно... Да нет, так нормально. Я думал понижать атаку, но если мы уже их разобрали здесь на изи, то почему бы и нет. Так, ребята, элита, 2 звезды. Так, ну что, поехали дальше. Тогда получается... Так, возьмем вот это 12-14, фиг с ним. 26-й ранг против нас. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ребят, сами понимаете, 26-й ранг. Мы сейчас их просто здесь всех расколбасим. Давай сделаем так. Минус майки. Хоба. Так, остается Макман всего лишь-то. Изи. Изи, ребята, катка. Блин, капучино оставил на столе. На дальнем. Ладно, фиг с ним. Не поползу я сейчас за ним. Продолжить. Кстати, мы сейчас перейдем уже в элиту. Получается, 3 звезды. Да? Угу. Так, погнали. Раз, два, три, 4, 5. Давай. А тут, наверное, можно, ребят, на автобой даже поставить, мне кажется. Они бы справились бы и тут, и без меня. Нет такого ощущения. Давай-ка проверим. Ну и нормалек. Погнали дальше. Элита 3 звезды, как я и говорил. И, скорее всего, после этого мы уже перейдем с тобой. Ну, судя по всему, в самураи. Так должно быть у нас. По закону жанра, кстати. Вот он, ребят, свеженький Леонардо. Ролевой, тут как тут. Как огурчик. Ну-ка, давай волну сделаем смертельную. Так, а если вот так вот? Ну, а что еще? Все нормально, ребята. Другого я и не ожидал. Вот они. Вот они, ребят, самурайчики-то наши. Но нам надо... А что нам надо? А что нам надо? Так только свет в оконце, да? А что нам нужно, чтобы кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. А что нам нужно, дожить бы до утра. Ладно, короче, поехали. Супер Шредер выпендривается. Какой нафиг Супер Шредер? Это обычный, обычный, ребята, классик Шредер. Супер Шредером, надо же было так его назвать. Ну давай, удар ладошками по земле. Кстати, вот мотогеноида можно было, ребята, тоже перевести в платиновый ранг. В принципе, он тоже неплох. По идее. Так, слушай, 50-е место, может быть, все-таки у нас сейчас... О, 14-17. Может быть, у нас получится даже перейти сейчас в Лигу Самураев. 2 звезды? Ну, я, честно говоря, планировал хотя бы дойти до Лиги Сёгунов 2 звездочки. Я про 3 молчу, но хотя бы 2. Было бы неплохо, но мне кажется, что, друзья, не получится у меня этого. А тут еще и массовых атак практически нет. Есть, но... Такие себе атаки эти массовые. Хлипенькие, так скажем.
Давай-ка мы морозилочку уничтожим. Я не хочу, чтобы она тут начала хилять. Смотри, смотри, смотри. Почему они нападают на шинигами? А я тебе скажу почему. Потому что у нее самый маленький уровень. И эти супостаты... Угу, раздухарились тут. Ну, как-то так. Поехали дальше. Да ладно, серьезно? Я думал, что мы перейдем в Лигу Самураев 2 звезды. Но сам только что видел. Они меня решили наказать. Ну а я-то что? Я, ребят, все по-прежнему. По-прежнему бомблю, не щадя живота. Так, сегодня у нас будет чистая арена, ребята. Ничего большего, потому что уже время позднее. Как бы надо ложиться. Завтра крайняя смена. Послезавтра комиссия. Ай, как же я этого не люблю. Опять встаешь, думаешь, вот он выходной, поспать. А самое, ребят, бесявое, что у нас до сих пор дубак. 2 градуса тепла на улице. Офигеть. Это вот, знаешь, типично осенняя погода. Никакого настроения нету. Весь какой-то, знаешь, понурый такой. Ну, осень, она есть осень. Только, несмотря на это, ребята, этот... Как он называется-то? Забыл, отвлекли смс-кой. Да. Так что... Так что как-то так, отвлекли меня, ребята. И этот. Общаюсь тут, как бы, получается, играю, но тут у меня знакомая подруга пишет, и как бы я не могу ей не ответить. Поэтому, ребята, не обессудьте, если что. Может, конечно, был он... Давай так же поставим там. Да, нормально. Ну что, переходим с вами в Лигу Самураев 3 звезды, отлично. Но нам надо что сделать? Нам нужно перейти в Сёгуны 3 звездочки. Точнее, в Сёгуны 2 звезды. Просто я одним глазом сюда, другим глазом сюда, как бы у меня не получится. Но я больше уверен, что здесь мы победим. Так что... переживать нечего. Так, опа, на Кирби упал. Идеальная победа. Ну, а как по-другому, ребятушки? Переходим на 46-ю позицию. Так, ну что, берем 14-18. У нас тут шапочный, ребята, разбор. Так, Маузер, подожди. Почему шапочный разбор, ребят? Ну, потому что уже все, можно сказать, мы на финишной прямой. Наши бойцы заканчиваются потихонечку здесь. И... А когда не закончится, что у нас? Да ничего. Просто закончится у нас поединки. И все. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Давай, бомбите, бомбите. Все, раздавил. Смог победить. И смотрим. Да, ребята, Сёгуны, одна звезда. Сёгуны, одна звезда. И 15-20. Слушай, по-моему, у нас, ребят, последний поединок. Да, последний поединочек. Давай-ка мы его быстренько отыграем. И папа пойдет отдыхать.
Серия, конечно, выйдет уже не сегодня, а, соответственно, завтра, может быть, даже послезавтра, как у нас это обычно бывает с задержками. Ну, ребята, буста не было, как бы, ничего страшного, да? Так, ага. Все, ребята, разбомбили мы их. Так что с аренушкой на сегодня у нас все. До Лиги Сегунов 2 звездочки я, к сожалению, не дошел. Так, ну что, ребята, в магазине давай заберем, наверное, пак наш бесплатный. Так, у нас здесь выпадает кто? Магма. Блин, задание же еще. Ну давай по-быстренькому пробежимся по заданиям. Коль такое дело, да? Ну, поехали. Так. Эх, вы мутантовые белки. Поехали. Минус одна. Так, по... сейчас попробуем ушатать, побоксировать. Блин, ну Макман в этом плане, ребят, вообще топ. Просто вот этот вот ионный бокс вырубает любого. Так, здесь, значит, поехали. Сделаем так. Повесим уклонение. И плюс сделаем вертушку. Все. Все, друзья мои. Здесь у нас все, как говорится, прошло очень даже удачно. Теперь, значит, нам нужно выполнить вот эти вот ежедневные задания. Так, пиццелицы у тебя хватит? Хватит, ребят, хватит нам поднять ему уровень. Это раз. Во-вторых, ищем. Вот она, наша Эйприл Кунаичи. Прокачиваем ей. 6 ящиков с инструментами надо найти. Раз. Два. Три. Так, три. Четыре. Пять. 6, да, по-моему, 6, я говорил, ящиков с инструментами. 6 ящиков с инструментами, ребята, и прокачиваем до 4 ступени. Шикарно. Сразу 2 задания выполнили. И что нам нужно? Подожди, что там? В 10 боях. В 10 боях нам нужно сражаться, поэтому давай мы найдем дальше Эйприл. И смотрим. Так, 8 катушек с пленкой, да, нужно нам. Ну, я искать сейчас всех не буду, конечно, я просто вот. А хотя... Нет, наверное, не буду. Или буду. Давай посмотрим. Пока у нас есть откаты с тобой. Телепорты, точнее. Мы можем их использовать. И пицца, как говорится, пока тоже есть. Можно ей, как говорится, потратиться, да? Так, Фрыжик, у меня там не перебор ли случайно? Нет, еще две можно. Две катушки. Раз, два. А все, пицца, ребят, под сухую закончилась у нас. Поэтому здесь я забрал задание. На испытаниях у нас будет на этой неделе, ребята, разыгрываться Усаги против техники. То есть будет Усаги. Да, Усаги, да. Вот, и все, друзья мои, на сегодня все. Так что вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.